Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России с 10 тысяч до 50 тысяч рублей могут увеличить сумму задолженности, при которой у неплательщика приостанавливается действие водительского удостоверения. Такая обеспечительная мера появилась в январе 2016 года. Поднять планку предложила группа депутатов Госдумы. Парламентарии обосновывают это тем, что в некоторых регионах накопить задолженность по штрафам ГИБДД очень легко. Имеются в виду в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, где на некоторые нарушения правил дорожного движения действует двойная ставка. Например, за остановку под знаком там надо платить не 1,5, а 3 000 рублей. Трасса 101. Всероссийский союз страховщиков озвучил названия автомобилей, которые, судя по практике, легче всего и труднее всего угнать. При составлении списка учитывались в том числе такие факторы, как уровень защищенности от проникновения и простота либо сложность изготовления дубликатов ключей. В перечень наиболее доступных для злоумышленников моделей попали Renault Sandero, Renault Logan, Lada Vesta, Lada Granta и Nissan Qashqai. Самыми защищенными признаны Toyota Land Cruiser Prado, Audi Q5, Skoda Octavia, Lexus RX и Lexus ES. Однако настораживает то, что ни одна из машин не смогла набрать максимальные 1000 баллов. Трасса 101. Автоэксперты напоминают, что минимум надо сделать с автомобилем в преддверии теплого сезона. Во-первых, ревизия состояния и уровня технических жидкостей. Особое внимание следует обратить на жидкость тормозную, так как зимой она активно впитывает влагу. Во-вторых, оценка работоспособности аккумулятора, генератора и электрики в целом. В-третьих, кузов. Его, а также днище, пространство под арками, элементы привода и подвески необходимо тщательно вымыть, можно даже не раз. Не помешает и генеральная уборка в салоне, а также проверка системы кондиционирования воздуха. Ну а что касается смены резины, то ее традиционно советуют проводить, когда температура окружающего воздуха перестанет опускаться ниже плюс 5-6 градусов. Трасса 101. Компания Hyundai готовит к выходу спортивную версию кроссовера Creta. В названии паркетника появится приставка N-Line. Новинка будет отличаться иными бамперами, решеткой радиатора, противотуманными фарами и другими нюансами. Что касается технической начинки, то тут изменений не произойдет. Моторы будут прежними, объемом 1,6 либо 2 литра, с количеством лошадей 121, 123 либо почти 150. Сейчас заводской ценник Creta 1 600 159 тысяч рублей. Трасса 101. А в Германии начали активно обсуждать введение запрета на курение в автомобилях. Правда, это будет касаться случаев, когда в машине находится ребенок, и уж тем более несколько детей. Штраф для нарушителей составит до 3000 евро, 345 тысяч рублей по нынешнему курсу. Владельцам кабриолетов, возможно, сделают поблажку. Крыши-то все-таки нет, дым не накапливается. Сторонники запрета ссылаются в первую очередь на статистику, согласно которой ежегодно в мире от пассивного курения погибают более 160 тысяч детей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».